Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет: первое. Признать выборы губернатора Ульяновской области состоявшимися, а их результаты действительными. Второе. Признать избранным губернатором Ульяновской области зарегистрированного кандидата Русских Алексея Юрьевича. Колоссальная поддержка в более 83% голосов. Результат – голосования ульяновцев и зеркало желания следовать проложенным курсам. Оправдать такое доверие – задача сложная, но выполнимая. Вступая в должность губернатора Ульяновской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Ульяновской области. Выбор был сделан выверенным, правильным, и он показал за этот период времени, небольшой период времени, как человек, вот, который отвечает как раз тем качествам и требованиям, которые необходимы для региона, для организации управления регионом. Ставка на командную работу и продолжение начинаний региона дали свои плоды. Меньше чем за полугодие Ульяновскую область посетил целый пул руководителей профильных федеральных ведомств. Уже есть понимание, в каком ключе будет строиться работа в ближайший бюджетный период. Нам принципиально на старте попасть во все, скажем так, федеральные программы, которые касаются реализации национальных проектов. По национальным проектам Российской Федерации, с учетом софинансирования, которое мы закладываем, мы можем и развивать и сельские территории, и наше здравоохранение, которым сейчас крайне нужна помощь. И это далеко не все точки приложения сил, обозначенные на предстартовом этапе. Акцент с инвестиционной составляющей не смещается. В регионе уже работают иностранные партнеры, сотрудничество продолжается. Сегодня у нас прошла продуктивная встреча в торгово-промышленной палате, где мы обозначили ориентиры взаимодействия. Нам очень интересно сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Нам интересно поработать в области возобновляемых источников энергии. Новые партнеры, новые рабочие места. А это решение еще одной задачи, которая остро стоит перед регионом. Повышение уровня заработной платы сделает Ульяновскую область наиболее привлекательной для жизни и станет одним из якорей, удерживающих земляков на малой родине. Всем нам известно о том, что большой отток был населения, особенно молодежи, в Москву. Мы договорились о том, что найдем правовые формы и экономические рычаги для того, чтобы возвращать, особенно молодежь, получившую образование. Очень важно на это акцентировать внимание, Алексей Юрьевич. Это быть близким, знать, понимать проблемы населения, чувствовать их надежды и чаяния и решать их проблемные вопросы. Конечно, тяжело в короткое время решить их все, но важно здесь действительно создать эффективную команду. Работать в одной команде на общий результат, отставив в сторону разногласия. Партия жителей Ульяновской области, кредо губернатора Алексея Русских. Задача номер один – это повышение жизненного уровня ульяновцев. И вторая задача – это прорывное развитие экономики на основании новых технологий, экологических технологий, энергосберегающих. Эти, так сказать, фундамент этого у нас в области заложен. В истории и жизни нашего региона начался новый этап. И помимо работы над теми вопросами, которые уже были озвучены, той конкретикой, например, повышение зарплат земляков, развитие промышленного сектора и экологическая повестка, вызовы поступают ежедневно, и к ним необходимо быть готовыми. Как справится наш регион, покажет время, но что точно известно, вектор развития намечен только вперед, только вверх. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, Константин Никитин. Репортер 73.